Всем здравствуйте! Привет, ребят! Рад вас приветствовать на канале VideoKit из 90-х. И сегодня у нас вот такой вот обзорчик на жирненький картридж для SNES с AliExpress. Жирный он почему? Ну, как я называю жирный? Потому что здесь есть Super Mario, Donkey Kong и этот картридж с сохранениями. Ну, давайте посмотрим, что он себя представляет. Так, Super 102 в одном. SNES 52 USA Madden in Japan. Как видим, написано Super Nintendo. Вот так вот картридж выглядит. В полупрозрачном корпусе. На болтиках, на саморезах, как сказать. Перевернем. Здесь мы видим наклеечку. Madden in Japan Nintendo 91 год. Модель номер SNES 006. Импортант какой-то написано. И по-английски там какая-то херня. Ну давайте, ребят, разберем и посмотрим, что же там внутри. Мне саму интересно. Я его еще не разбирал. Ну не как бы, на самом деле не разбирал. Так. Раскручиваем саморезики. Да, кстати, ребят, если у меня сохранилась ссылочка на этого продавца, она будет в описании. Но если не сохранилась, то уж извините, придется вам как-нибудь так найти его на Алиэкспрессе. Да ёб макарёк. Так, ну вот, открутили. Так, разбираем аккуратненько. Так, он еще, кажется, на клипсах. Оп, оп, оп. Баляха, мухоплатка выпала. Сейчас как-нибудь аккуратненько. Да ёк-макарёк, блядь. Боюсь поломать, ребята. Так. Здесь должно быть вот так вот, наверное. Да ё-моё, ты чё, бля? Такое ощущение, как будто там наклеёно что-то. Ё-моё. Ребята, что-то я очкую его разобрать дальше-то. Блять, и эта плата застряла там. Давайте попробуем так его достать. Давай. Так, было все вот так вот. Ну там особо ничего интересного нету. Нам интересно, что же там на платке. Картридж, как напоминаю, с сохранениями. Переворачиваем. Хоп. И что мы видим? Без батарейки. Но напоминаю, он с сохранениями картридж. Так, что мы здесь видим? Altera Max. Давай фокусируйся. Тут что-то непонятное. И третий чип. RAM-трон какой-то. Ну, напоминаю, картридж с сохранениями. Я тоже думал, что он будет с батарейки. Но оказывается, он без батарейки. Но должен быть с батарейкой. Ладно, вставляем обратно. Как-нибудь сейчас вставим. И погоним к телеку. Если получится вставить, конечно, аккуратно его. Достать-то мы достали его. А вот ставить-то как-то вот так вот надо. Платку эту гребаную. Так.
Ну, вроде встала. Все, собираем. И переключаемся на телек. Пока я собираю, вы можете налить себе чаек, кофеек, сок. Так, раз саморезик. Блять. Нашел. Нашел. Два саморезик. Ну все, ребят, не переключаемся. Дальше переходим к телеку. Ну вот, ребят, подключились к телеку, так сказать. Подошли поближе. И первая игрушка у нас будет под номером 6. Сразу скажу, все игрушки мы не будем просматривать. Посмотрим те игрушки, которые для меня интересны. Кому интересно, поставьте видосик на паузу и прочитайте, посмотрите в интернете обзорчик на эти игры. Биометал. Насколько я помню, это стрелялочка. Activision. Unlimited. Кстати, мне что-то в этой игрушке напоминает. Да, Unlimited. Музончики из 90-х. Такой. Кому как, ребята, пишите в комментах. Так, погнали. Ну, такая довольно интересная стрелялочка. Такая быстрая, динамичная, яркая очень. Подобрать надо оружие. О, ракетки взяли. Так, валим. Сейчас, ребят, меня завалят и полетим дальше. Бах-бах. Оба, у нас еще и ракеты, оказывается, есть. Короче, нас завалили. Ладно, ребят, полетели дальше, чтобы не затягивать видосик. Да, сразу говорю, что видосик будет скорее в двух частях. Чтобы не затягивать, не доедать вам по времени. Ну, 30-40, я думаю, достаточно. И хорош. И следующая часть. Так, и следующая игрушка у нас под номером 10. Эта игрушка у нас под номером 10. Что-то я не помню, не принимаю, что-то за игрушка какая-то японская. Наверное, что-то типа файтинга. Понял, что-то это такая типа детская игрушка. Беги, стреляй. Вот это меня больше всего бесит, эти добивают эти переговоры, вот эти всякие ихние. Быстро к делу сразу надо. И чё? Вот типа они меня испугались, напугались, типа такие все в ужасе. Ребята, валим, типа кричат они. И теперь мы побежали. Так, бьем рукой и прыгаем. Оп. Так, стрелять нам не на чем пока. Только можем бить, прыгать и бежать. Собираем то ли денежки, то ли алмазики какие-то. Непонятно, ребят, что такое. Типа золото взяли. Ну, игрушка довольно такая динамичная, быстрая. Можно скоротать вечерок под нее. Зимний вечер.
когда особенно мороз давит по 27 градусов. Как видим, пока все удачно проходит, меня не завалили. Наверное, я спец по таким играм. Оба она зашли в грузовик, можно даже заходить. Оп, на. Ну ладно, побежали дальше. И следующая игрушка у нас под номером 19, Contra 3. Contra. Konami. Год. Давайте посмотрим заставочку, потому что это хитовая игра. Я думаю, следует посмотреть заставку. Если мы пропустим, мы потеряем все самое интересное. Ну вот это переговоры можно промотать, наверное. Contra 3. Это чужой ваус. Давайте начнем. Все равно долго мы не протянем. Меня, как обычно, здесь завалят. Стадия первая. Игрушка огонь вообще, ребят. В качестве графики, озвучки, вот это взрывы такие басистые. О, вот, ну про что я и говорил. Оп. Вот это, мне кажется, самое лучшее оружие такое. Сразу на четыре стороны долбит. О, черт. Ой, вообще лазер взяли. Мне кажется, самое говенное это пушечка, лазер этот. А, блядь, собака нас замочила. Йох. Game over. Побежали дальше, ребят. Всем понятно, что это за игрушка? Это огонь, а не игрушка. Советую поиграть. И следующая игра у нас под номером 21, Desert Strike. Desert Strike, что-то Urban Strike и Jungle Strike. Есть как на SNES, есть как на Sega эти версии. Давайте посмотрим заставку. 92-й год, Electronic Arts. Что, и все? Вся заставочка это? Ладно, погнали. Начинаем с корабля. Так, вот он, оружие дали. Так, ракеты. Другие ракеты. Пулемет. Так, его подобрать надо, вот этого бойца.
игрушка сложная, ребят, как скажу, для меня я ее не прошел. Не получается, можно сказать, мне ее пройти. Топчик, игрушка топчик, можно сказать, топчик. Денджер, 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 опасная зона, валим, 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 ребята, кто нас долбит там? Денджер, опасная зона, из этого бойца, который стреляет нас с пуколки, опасная зона. Оп, оп, пушки стоят. Топливо, топливо, что у нас там с топливом? Фуил 64. Давайте возьмем, посмотрим, сколько у нас будет. Сейчас. Фуил 100. 3 жизни. Баба. Оба, оба, оба на. Это что за плита? Макарёк, они что, в доме сидят, что ли, а? Кончились. Ну, в общем, ребята, как-то так. Летаем, всех долбим. Самое главное, не взорваться нам, чтобы нас не уничтожили. О, смотрите, смотрите, видели, да? Вот, типа там вылез чувак на лестнике, давай руку кричит, помог, давай, я тебе помогу. Ребят, первый раз только увидел фишку. В основном я как бы играл у него, играю на Сеге. Но Сеге, мне кажется, такого нет предупреждения. Кончилось, все, завалили нас. Ладно, полетели дальше. И следующая игруля у нас под номером 22 и 24. Это у нас Donkey Kong. Ну что ж, ребят, давайте какую выберем часть. Все, конечно, не будем смотреть, но давайте возьмем третью, 24. Вот эта игрушка, что первая, что вторая, что третья часть Donkey Kong, они сохранение. Сейчас я не знаю, долго не включал. Увидим, сохранение мы и остались или нет. Дубль. Donkey Kong, дубль трубли. Дубли, тубли, трубли. Ага. Сохранение не осталось. Очень жаль. Ну-ка, давайте посмотрим другую часть. Должны быть сохранения, ребят. Давайте начнем с первой. Давайте пропустим. Nintendo. Скорее всего, из-за того, что... Во! Видите, да? Сохранение есть. И сразу мы начинаем с разборочек, насколько я помню, если не ошибаюсь. Да-да-да-да. Вот и замочили бобра. Так, погнали дальше. О-хо-хо-хо.
Вот этот уровень, ребята, я прохожу, и на вагонетках все, я заваливаюсь по полной, блин. Не могу эти гребаные вагонетки пройти, блин. Как видим, все работает. Игрушечка. Огонь. Огонь. Можно сказать, огнище целое. Пожарище. Так, сейчас надо запрыгнуть туда и взять лягушку. Нет, это не всегда, конечно, получается. А сейчас получилось. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, сейчас надо в бочку попасть как-то. Вот, попали. Сейчас будет бонус уровень, чтобы все собрать. Нам надо лягушку взять, чтобы все бананчики собрать. 100 бананчиков и одна жизнь. Плюсом. Сейчас, ребят, где-нибудь завалимся и погоним дальше. О, ну, о чем я говорил. Погнали дальше. И следующая игрушка у нас под номером 3740. И что у нас это? Final Fix или Fight. Не знаю, как правильно. Ну, вот, самая любимая, это моя третья часть. Capcom. 95-й год. Так. Давайте опции сделаем полегче. Один плеер. А давайте вот это возьмем. Кыря. Мочилово сейчас будет. Beaten up. Street of Rage. Или Баракалнак. Или как там? Баракалкунг. Не. Игрушка вообще супер. Да, как модные очки-то взять уже. О, взяли все. Супер удар. Не. Как видим, спрайты довольно крупные все. Где-то в подвале или в тюрьме, где-то за решеткой сидят ребята. Не. Ладно, ребят, что-то я подзалип. Давайте погоним дальше. И следующая игрушка у нас под номером. Какая будет под номером? Кто знает? Давайте 47. Joy Mac. Плеер 1. Thank you.
чё, погнали. Оп, так, яйцо там, как нам яйцо-то взять? Оп, оп. Ладно, пойдем. Оба, сейчас мы уже, может, костями кидаться уже умеем. Юшка довольно такая яренькая, яркая, цветастая, можно сказать. Ой, ой, бля. О, даже вверх можем кидать. Что-то сейчас ребята нас тут завалят по полной, скажу. Ладно, ангелочек улетел, полетели дальше. И что у нас будет дальше? Так, 47 было, Джои Мак. И следующую игрушечку давай посмотрим под номером 55. Рок-рок какой-то, или Рокки-рок. Да-да-да. Игрушка очень яренькая, динамичная, красочная и забавная, так можно сказать. И быстрая. Сейчас заценим. Так, палкой бить. О, кидается что-то, хер поймешь, то ли какие-то карты игральные, то ли что. Ну, как видим, все бежит, огонь, все быстренько двигается, все динамичное, все красочное. Рекомендую. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Призраков что-то не получается убить. Сейчас уже огнем кидаемся. Так, оп-оп, это что за призрак? Оп-оп, чуть-чуть не завалили. Так, жизни у нас вон 3,5 сердечка. Какие-то зонтики. Зонтики-бутанты. Летающие кости. Призраки. Покойники, или как называть. О, одно сердечко осталось. Оп-оп-оп. Это что, типа разборки, что ли? Оп, пожрали. Сердечки появились. Ну-ка, оп, все, победили его, погнали дальше. Синий шар. О, шар мудрости взяли. Опять это яйцо. Оп-оп-оп, сейчас завалят. Нет, еще не завалили. Ну все, побежали дальше. Так, ребят, повторяюсь, кому интересно, поставьте видосик на паузу, посмотрите список игр.
Так, и эта игрушка у нас была под номером 55. Сейчас давайте посмотрим игрушечку под номером 63-64 Sonic Blast. Давайте вторую часть. Sonic Blast или Sonic Blast Man какой-то. Да, ребят, видосик будет в двух частях, чтобы по времени не слишком много было. Буквально 30-40 минут геймплея. Напоминаю, это Sonic Blast Man 2, 2. Вторая часть. Так. Старт. Как видим, игра с голосовым сопровождением. Кого возьмем? Ну давайте вот этого крутого капитан Кновер какой-то. Кновер. Опа-на. Это что такое? Это какой-то чувак в киберкостюме. Ну типа стрит-файтинга, битэмапа. Беги всех, бей. Ну не беги, а иди, вернее сказать. Кидай всех, швыряй. Короче, смысл такой, бей сильней, пока летит, отдыхаешь. Так, так, а что у нас супер удар? Что он ногой-то, может быть, нет? Так, Да ебучие рога, блядь. Так, что у нас за удары? Так, перекат. Что такое-то прыжок вверх? Просто прыжок и бить рукой. Так, а как подобрать? Перекат. А вот, типа присесть надо. На, наваляли мне их. Это что за Франкенштейн тут такой? Ну ладно. В общем, как-то так, ребят. Пойдем дальше. И следующая игрушка у нас какая-то. Это было 63-64. И давайте, что там у нас еще есть? Я думаю, это у нас будет последняя игрушка в этом видосике. Ну давайте посмотрим Sunset Riders. Кстати, эта игрушка есть на Sega. Ну, как для меня, SNES-ская версия больше интересна и красивее. Konami, как видим, компания. А Konami говно не делает. 93-й год. Sunset Riders. Плеер. Давайте полегче поставим, если возможно это. Ага, есть. Стерео. Континуумов мы не будем. Потому что мы не собираемся играть, мы только посмотрим. Давайте вот этого с пистиками. Разыскивается. Так. Прыгаем. И стреляем. Мочим. Дикий запад. Мочим комбоев. Да блин, как наверх-то выйти, а? Во. Ох, блядь, так нечестно, а. Я один, а вас до хера. Так нечестно. Так, звезду шрифа надо взять.
И все, что ли? Так быстро? Game over. Давайте еще раз попробуем. Давайте с ружьем возьмем. Последние разовки будем закругляться. Потому что видосики так уже полчаса идет с небольшим. Ох, дробью валят сразу на пролом. Блядь, вот забежал бы, нет бы сразу, ты там выйди наверх, блядь. Оп. Ну, этот помощнее, я скажу, долбит. Но все равно нас валят. А динамит там сейчас бабахнет. Странно, бабахнул, исток сена не загорелся. Странно очень. Или что, он противопожарный исток сена этот? Ну ладно, ребят. Как говорится, game over. До следующих... Блять, опять пластинку зажевал. Как говорится, game over. До следующих встреч. Продолжение следует. Это была первая часть. Ждем вторую. Всем пока. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Пишем пожелания в своих комментах. Все. До свидания. Всем до новых встреч.